Это наша была третья игра, выездная. Конечно, сложно завершать с таким серьезным соперником, как Лада. Но при равной игре мы были более удачливы. Чаша весов склонилась в нашу сторону, победили. Ребята старались, с чем я их поздравляю. К сожалению, у нас среди нападающих сегодня не нашлось лидера, который бы повел команду в трудную минуту за собой. Я имею в виду тот момент, когда счет был 0-1, когда несколько раз играли в большинстве, да. Ну и, конечно же, так в обороне ошибаться нельзя, какую мы ошибку допустили в середине третьего периода, когда позволили игроку на полскорости преодолеть нашу оборону через центр площадки и выйти один на один. Но это из рук вон.